Сейчас вы можете видеть дефект, это пескоструй, то есть когда машина красилась, кто-то допустил ошибку, пескоструй залетел через ручку, ну это как раз на уровне ручки, вот. Сейчас затронем тему, что делать, если на стекле есть царапина, и мы хотим ее сполировать. Сейчас я буду показывать, что нужно делать. Вымыть и обезжирить поверхность. То есть вот мы берем поверхность, моем, вымываем, чтобы не было песчинок, ничего лишнего, что может нам испортить полировку. Если на стекле имеются глубокие сколы, то нужно сразу шлифовать наждачными кругами, уменьшая риску до 2000-ной, и потом уже полировать пастой с оксидом цезия. Так, стекло мы вымыли, песка у нас здесь быть не должно. Все хорошенько протираем. Берем липучку, наждачку, прилепили. Расшлифовываем наш пескоструй, чтобы не было вот этих вот точечек, и будем полировать. В процессе шлифовки стекло греется, и нельзя давать ему перегреться, потому что оно может запросто лопнуть. Так, сейчас вы видите, немножко я расшлифовал. То есть глубина уходит постепенно, мы выходим в ноль. Как только глубокие царапины пропадают, мы будем их полировать. Так, вот проявляют себя царапинки, вот. Они светлеют сразу, забиваются. И вот пескоструй сам. Минимально он ушел. Я так понимаю, 600-ка здесь за мелкая. Сейчас возьму покрупнее что-нибудь. И тогда уже подуберу это все дело. Вот имеем вот такое вот. Расшлифовалось. Получилось такое вот гладенькое. Практически не видно. Вот только парочку царапин сейчас еще уберу. И вот здесь. И на тысячную, двухтысячную перехожу. И полирую. Замешиваем оксид церия. Он у нас шел порошочком. Добавляем немножко воды и размешиваем. Просто жопа. Почему? Везде летит. Просто везде. В общем, смотрите, конечный итог. Да, есть царапинки, которые я не убирал. Допустим, вот если посмотреть, да, вот тут царапинка есть, я ее не убирал. Но суть в чем была, вот здесь был дефектик. И вот этот самый большой дефект был вот здесь. Ну, вот видите, сейчас его здесь нету. То есть я его протираю. Да, и вот повернул все вместе стекло. Можно сравнить. Вот это стекло и вот это стекло. Вот видите дефект, да? То есть вот он наш пескоструй. Глубокий, очень глубокий. Завтра буду с этим сражаться. На сегодня хватит. Полирнул вот это стекло и еще лобовое полировал. Вот. До сих пор подсыхает. Сразу говорю, что средство вот это вот, порошок этот, он очень какой-то едкий. Я не знаю, он везде вот позалетал здесь во все полости. Я в итоге мыл всю машину после этой херни. Так что смотрите, я не знаю, можно накрывать зачем-то или еще как-нибудь. В общем, смотрите, вот. Видите, да, тут не до конца еще домыл. Так что вот так вот.